Раньше, не раньше как, желание было с друзьями, да? Ну, то есть, что-то ешь печенье, говорю, ну что ты смотри, там полтинник пацану, да, он такой толстый. Говорю, ну, во-первых, у тебя все то, что печенье переварит. Тут же есть пальмовое масло, знаешь, он, не знаю. Так я пол печенья откусил, уже все, задулся. Говорю, пальмовое масло, оно, ну, для сохранения продуктов, ну, используется, но оно у нас, вот в нашем возрасте не переварится. Зашлаковывается организм, понимаешь, как ты шлаки потом выведешь. Тем более анаболический процесс у нас сложно происходит, долго. Он так раз уже не ест, уже раз положил. Сахар начинает, говорю, сахар, что ты? Да ты что, вкусно? Говорю, понятно, что вкусно, но химический состав крови, говорю, у тебя вообще, ты посмотри, ты бронко на него смотрел? Но ты видишь после 40, почему у всех там инсульты, там, инфаркты, все, что заболевания кровеносной системы. Знаешь, почему происходит? Потому что мы едим вот это. Организм не может очиститься просто. Смотрю, сахар уже не ложит. Ну, как бы воздействие на него, да? Ну, понятно. Время проходит, меня нету, не так раз. Накидал, накидал. Замечал, еду, он уже все. Я типа ничего.